Бабушки и дедушки, конечно, не могут заменить детям родителей, но что они могут дать подрастающему поколению? Об этом наш еженедельный опрос. Они должны давать добро, тепло, уют, уважение к ним, ну вообще к старшим, ко всем бабушкам, дедушкам. И просто любовь свою бабушкину, заботу, доброту. Помогать. Они должны помогать своим детям и давать образование, наверное, именно не в плане финансовом, а в плане своих знаний каких-то, таких уже мудрых знаний. Лешка, что бы ты отдал внукам? Все бы отдал, все, что и есть. И душу, и сердце, все. Что можно внукам отдать? Это же любимое создание. Показать и рассказать свой жизненный опыт, передать своим детям и внукам то, что они знают, что они получили за всю свою жизнь. Детство, главное, чтобы было у них больше. Радость. И для нас тоже самое. Радость. Внуки. Воспитание внуков. Детей вырастили, теперь надо вырастить внуков. Чтобы они были порядочные. Не дрались они с кем, не ругались они с кем. Вот так. И учились порядочно. Так, как мы учились при коммунистов. Вот так. И не ходили по подъездам. Извините за выражение. Не пили пиво, водку не распивали.